Всем привет! Этим видео я открываю серию «Что у меня в закромах?». Буду потихонечку показывать, что у меня есть из фурнитуры, что есть из камней, что из страз, ну и всякое такое прочее. Ну и начать я хочу со швенц, потому что швензы, вот на мой взгляд, это самая, ну, самая принципиальная фурнитура, потому что колечки могут быть какие угодно, а вот швензы должны быть подходящие к ушам. Ну и начнем. Начнем, наверное, с самых простеньких. Вот это у меня швензы, гвоздики. Вот эти вот с радированным покрытием. Эти с обычным каким-то желтым. И зато вот с петелькой. Вот. К петельке можно крепить любой декоративный элемент. Чем хороши? Они легкие. И, в общем-то, под любую дырку в ухе они годятся. Они тонкие. Также вот из тонких. Самые обычные крючочки. Эти вот, правда, серебряные. Но чем хороши тоненькие и легкие. Вот эти крючки. Они чуть-чуть потолще, но зато они надежнее держатся на ухе. Вот за счет такой вот практически закрытой петли. Тоже крючки, но без драгоценного покрытия, как в предыдущем случае. Но зато не часто встречающегося медного цвета иногда бывает нужно. Ой, уронила. Дальше. Дальше вот швензы с французским замком. У них тоже достаточно тонкая дужка. Вот таким крючочком цепляются и надежно закрепляются в ухе. Вот есть такой вариант. И примерно то же самое, но чуть другое. С покрытием золотым. Такой же модели есть с родием. Так называемый итальянский замочек. Такие аккуратненькие, небольшие швензы. Но тоже вот они надежное крепление. Классика. Классика-классика с английским замочком. Вот он. Английский замочек. Самые надежные, наверное, модели. Английский замок все-таки. Ну, вот единственное, что может смущать, это достаточно толстый вот этот гвоздик. Ну, не всем подходит. Ну, такая вот забавная штука. Очень тоже надежная. Швензы. Гибрид. Клипсы и, собственно, гвоздиков, пинов. Выдержит. Вот тут вот сюда крепится декоративная часть. В принципе, выдержит очень тяжелые конструкции и при этом не оттягивает ухо. Проверяла, знаю. И, собственно, клипсы. Основа для клипс. Если у вас не проколоты уши, но вы хотите их чем-нибудь украсить, вот это вариант для вас. Есть в желтом металле, есть в белом. Так что, если вы... Вам понравились какие-то из серёг, представленные у меня в магазине, или вы хотите мне что-то заказать, но боитесь, что там что-то вам не подойдет, швензы вас смущают, выбор их у меня широкий, напишите мне, мы с вами решим, какие швензы ставить. Этот вопрос решаемый, а во многих уже готовых моделях швензы можно заменить. Все, пока!